И снова здравствуйте, всем привет. Меня зовут Андрей Арямов, я олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. Я обещал выпустить серию роликов про то, как я подвожусь на соревнования. Сегодня пятница, конец недели почти. Сегодня плохое настроение, не выспался, уставший. Ужасно себя чувствую. Но ничего, я как профессионал должен абстрагироваться от этих мыслей и продолжать работать дальше. Короче, сегодня рывок. Разминку я показывать не буду, потому что я уже, может быть, надоел вам этим. Я буду стандартно делать мостик, пару подходов гиперэкстензию и тренажер на колени. Тоже все по пару подходов. Один подход мостик. Короче, поехали! Сегодня рывок сплинтов. Опа!
Как-то так. Ну все, в итоге порвал сплинтов. Вы видели как. Сегодня еле-еле размял плечи, потому что такая боль, плюс настроение сегодня нулевое. Не знаю, устал очень сильно. Не знаю, вообще больше ничего не хочу делать. Реально вообще заканчиваю, даже не буду. Пойду, наверное, повешу чуть-чуть. Просто повешу, поболтаю, ножками поболтаю. Спинку, короче, вытяну. Просто на турничке обычный вис, классический. Вот, что было сегодня в рывке. Сначала не мог рвать, пытался фиксировать сеть, работал над седом. Думал, плечи разомнутся и пойдет дальше. Короче, плечи не размялись, как будто в плечо набито гвоздями. Короче, до сих пор не отошли. Но в итоге чуть-чуть схитрил, взял капельку уже по сантиметрику, по полтора где-то с каждой стороны. Плечи стали уже, меньше нагрузки, и потом уже более или менее пошло разрывать, ну, рывок пошел. Короче, схитрил, взял чуть-чуть уже, сделал хват. Но это нужно только делать умело, потому что если ты делаешь хват уже, то тебе нужно намного шире вытягивать, работать намного шире. Ну, в принципе, так. Что еще хочу сказать? Завтра у меня очень мощное ОФП будет, чисто силовое, техники никакой, чисто руки, ноги, спина по жести. И все. Сегодня я нулевой, нет ни настроения, ни желания, ни возможности. Так, по поводу магнезии жидкой, в прошлый раз я не сказал. Вот такая штука. Короче, все то же самое, только единственное, что на соревнованиях очень сложно будет пользоваться, потому что она чуть-чуть времени нужно, чтобы высохнуть. Это где-то секунд 40, так что перед выходом на помост, ну, ей будет не очень хорошо пользоваться. Так, что еще? Ребята, задавайте вопросы, больше вопросов, чтобы я знал, на что отвечать, потому что в основном задают те вопросы, на которые я уже отвечал. И еще про рывок чуть-чуть. Смотрите внимательно, как я чередую упражнения, как я вот даже на те 160 в рывке подхожу. Сначала порвал на раз, потом думаю, на каком упражнении порвать на два, потом думаю, как два подхода сделать. Короче, наблюдайте, оценивайте, анализируйте, как примерно я пробиваю веса в разных упражнениях, как я прохожусь. Тем более сегодня, видите, не очень хорошая возможность, ну, именно физическая, поднимать много, но все равно 70 по два подхода я еще не рвал. Вот, 60 я тоже еще сплинтов на два раза не рвал, по-моему, два подхода, так что это тоже мои рекорды. Я потихонечку, маленькими шажочками, потихонечку как бы отрезаю себе, отрезаю, я имею в виду свой пирог килограммовый, все время нарезаю диски себе, нарезаю потихонечку, помаленечку, плюс объемы, работа. Короче, всем спасибо, что смотрите меня, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео, потому что навряд ли я, короче, дело буду не выбрасывать, все время буду снимать, потому что это такой мой видеодневник, как я тренируюсь. Плюс, если будет хороший вопрос по поводу техники, завтра я на следующей как бы тренировке я буду делать швунг-жим, наклоны в руках и приседания на плечах или на груди, я не знаю. Но хочется уже на груди приседать, давно не приседал. Так что задавайте вопросы по поводу следующего. Может быть, вы хотите, чтобы я рассказал о каком-то новом упражнении, может быть, включу, потому что у меня руки, спина, ноги, я, может быть, могу заменить какое-нибудь упражнение и рассказать просто про него больше. Так что ставьте лайки, не забывайте. Ставить лайки, пишите комментарии, хорошие, плохие. И подписывайтесь на канал. До свидания.